Объединить образование и творчество. Проект по созданию творческой самореализации детей 6-7 лет предложили сотрудники Дворца культуры имени Чкалова. Сотрудничество с дошкольными учреждениями позволит привить любовь к искусству и выявить талантливых детей, считают представители учреждения культуры. Проект интеграции клубных формирований рассмотрели на общественных слушаниях. Это вот новое. И развиваться будет. Это интересно. Посмотрим. Время покажет. Посредством такого общения удалось выявить неточности проекта и внести поправки. Необходимым условием должно стать предварительное согласование мероприятий с каждой стороной. Ведь обе сферы имеют свои нюансы и тонкости работы. Мы не можем внедрять какие-то новые, предлагать проведение какой-то деятельности без согласования родителей. Мы должны знать, кто из специалистов к нам придет, какие специалисты, есть ли у них медицинские книжки, есть ли у них справки о несудимости. Вот эти нюансы, их просто очень много нюансов. Естественно, конечно, в процессе вот мы выявляем, какие у нас есть недочеты, недостатки. Естественно, конечно, мы их устраняем. И, естественно, мы придем, как сейчас говорили, к консенсусу и решим данную проблему. В проекте примут участие 15 специалистов всех структурных подразделений Дворца культуры, включая «Спутник», «Мальцево» и «Заречный». Совместные мероприятия будут проходить на постоянной основе, а не только в праздничные дни. В сумме будет задействовано 11 детских садов. Для каждого из них программа будет корректироваться с учетом особенностей дошкольных учреждений. Углубление и добавление кружков зависит как от технической, так и от творческой базы учреждений. Охват детей составит около 600 человек. Самое основное в этой работе – это инициатива снизу. Это те, кто желает и хочет внедрить в практику той или иной сферы новые формы и методы. Без этого, конечно, абсолютно невозможно решать ни одни программы. В творческой деятельности основное место займут хореография, вокал, театральное искусство и декоративно-прикладное творчество. Культурно-массовые и просветительские мероприятия будут проводиться как в детских садах, так и в учреждениях культуры. Марина Позднякова, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».